Всем привет, ребята, с вами я, Аншани. Наконец-то мы достались ретро Нани, скин Нани. Я думала, что она будет стоить 150, потом думала, что 80, но 30, как 30, ребят. Давайте купим этот замечательный скин. Да, мне 30 гем. Мне как будто, ребята, выпадает Нани, но это не Нани, это скин. Это ретро Нани. Я, наверное, самый первый человек, который купил ретро Нани. Я ее ждала неделю. Ретро Нани, блин, смотрите, какая она крутая. У нее тут какая-то вот такая штучка есть. Вот. И она вообще кайф. Просто кайф, ребята. Но у меня осталось... Вот это такие гемы, я просто не понимаю. Я думала, что она будет стоить там как-то подороже. Но нет, она стоит вообще очень мало. Насколько мало, ребят, я, кстати, распаковку хотела вам сделать. Такой, это такое видео будет, это потом будет такое видео. И я делаю специально, ребят, для вас, потому что я, ребят, старалась. Так, ну, вот это. Пропаст, я не буду ничего открывать, это будет отдельное видео другое. Давайте, ребят, сначала попробуем использовать эту Нани. Так. Так, давайте возьмем ее. И давайте парня возьмем. Парня. Потому что это Нани, новый скин, как бы она может проиграть, если будет, например, одиночный. Может проиграть. Так, как это происходит? Так, чем она стреляет? Она стреляет обычным. Но скин кайф. Блин, ну мне очень нравится скин. Мне так понравился, то что капец. Я уже хотела его еще раз с ним поиграть. Ну, ребят, мы играем вместе. Вот. Я когда я ждала этот скин по времени, вот, то тогда я обалдела, почему... Почему он за меня сразу не появился? Я просто не понимаю, почему. Вот. Потом и он появился, когда я перезагрузила планшет. Ну, игра на планшете же. Вот. И все, ребят, просто кайф. Крутяк. У него, видя вот этой красной штучки, оранжевого цвета. Как радуга, например. Голова Тика поехала в гости к другому Тику, что ли? Ну, другой Тик, сейчас мы его убьем. Я хочу сейчас использовать мою бить. Как это будет выглядеть, кстати, ребят? Боже мой, она сейчас будет такая миленькая, наверное, не знаю, ребят. Так, ну где? Ребята, обычное! Доказательства есть, алло, гараж! Я на это не подписывалась, ребята, что за фигня? Почему обычно, когда ты играешь за него, это ненормально? Это я на это не подписывалась. Что за фигня? Плюс 9 кубков, я просто в шоке. Я первым в мире купила этот скин. Давайте, например, кому-нибудь пригласим вперед, например. У меня ретро-нани, сейчас все, там, например, Пози, Робизи, сейчас идут покупать. Но... У меня первый скин. Ну, девка тут. 30 бойцов, Леон есть. Она в шоке, наверное, то, что у меня есть. До свидания. Ага. Она просит Рико. До свидания. Ну, блин, ребята, это просто шок у меня. Сейчас просто у меня шок. Потому что я сейчас просто в шоке, когда у меня такое просто происходит. Я реально, ребят, в шоке. Я просто в шоке. В магазине продаются желтые барли и все бойцы некоторые. И тут еще вот эти гемы, но донатить мы ничего сейчас не будем. Вот. Это. Вот сколько таких кристаллов, просто миллион. И боец там, наверное, будет либо...